Теперь получить автомобильные номера можно прямо в салоне. Для этого больше не надо ехать в ГАИ. В этом случае автовладелец должен заплатить салону пошлину. Дилерская компания обязуется подготовить необходимые документы, проверить содержащиеся в них сведения, передать информацию в регистрационное подразделение ГАИ, изготовить знак и отдать свежеиспеченному владельцу автомобиль с уже установленным номером. Но такие полномочия возможны только с наличием у салона специальной лицензии. Ее можно получить, обратившись в ГИБДД. Упростят жизнь следующим образом, то, что собственнику не надо будет представлять транспортные средства в регистрационные подразделения госавтоинспекции, и не надо будет непосредственно участвовать в получении данной государственной услуги. То есть он будет результат ее получать, а не обращаться в регистрационное подразделение. Стоить такая услуга будет 500 рублей. Кроме того, владельцу авто нужно будет заплатить за изготовление регистрационного знака – 2000 рублей, мотоцикла – 1500. Пока в Самаре ни один из салонов не оформил нужной лицензии, но автолюбители уже готовы платить за новую услугу. Я считаю, что да, это действительно удобно. Любая вот эта волокита, она в принципе не нужна человеку, ему действительно хочется приехать без лишних телодвижений, купить автомобиль и сесть сразу и поехать. Удобно. Почему? Ну, во-первых, документы не нужно будет ехать куда-то оформлять, можно их сразу оформить, доплатив 500 рублей, и уехать на машине с номерами и с готовыми документами. Изменились с Нового года и правила сдачи экзамена на права. Теперь тестирование не будет разделяться на несколько этапов – автодром и город, а будет единым и сдаваться в один день. Причем вождение в городе будут сдавать на улицах с малоинтенсивным движением. Этот момент пока обсуждается. Мария Левина, Максим Гусев, «События».